Добрый вечер всем. Вы на канале Заметки Александры. Сегодня я побывала в замечательном флористическом центре, который находится в Новосибирске, называется Гринвиль. Цветы, растения, декор. Этот центр находится он Северный проезд 9. Нифига не реклама. Ничего мне не платят. Просто рассказываю о том, что есть в Новосибирске еще одно злачное место для садоводов. Я там начинала покупать товары для декора. Несколько лет назад я делала букеты с конфетами, нужна была гофробумага. Потом, как я перешла на ростовые цветы, и опять нужна была гофробумага. Гофробумага там очень хорошая, дешевая. У меня есть большая скидка. Карта оптового покупателя. Поэтому я закупаюсь. Теперь только там. Сделала вам небольшой обзор по холодильнику и по магазину по цветам. Быстро, очень быстро. Почему? Потому что сегодня просто обвал народа. И узкие проходы не давали мне поподробнее сделать обзор. А так как в рабочий день я работаю, могу попасть туда только в выходной. Поэтому народу было очень много. Я постараюсь ставить видео, которое она снимала. Но оно будет такое сумбурное, потому что я же не снимала людей, снимала только растения, там какие-то ценники успела прихватить. Но сейчас там очень большой выбор. Ладно, болтать долго не буду. Вам лучше все покажу. Ну, кто, может быть, давно смотрит мой канал, знает, что я люблю гладиолусы. У меня гладиолусы разные, много, порядка 100 луковиц, но я не такой там профессионал в них. Я покупаю только то, что я люблю в расцветке. Целый ящик у меня лежит в мху. Недели через две, наверное, буду доставать, распаковывать его, вытаскивать, чистить луковички. Поэтому я сегодня прикупила во флористическом центре Гринвиль еще несколько гладиолусов. Мое сокровище очередное. Сейчас вам все покажу, потому что кроме гладиолусов еще кое-что взяла, что, в принципе, не свойственно для меня. Почему? Потому что, потом скажу, почему. Поэтому давайте посмотрим, что я сегодня успела прихватить в Гринвилле и за какие деньги. Начну свой обзор с микса. Вот здесь 5 луковиц. Достаточно в хорошем качестве. Каждый раз это сюрприз, когда я покупаю миксы. Не обязательно будет здесь расцветка с картинки. Что-то будет, а что-то может не совпасть. Вот эти 5 луковичек стоят. Гладиолус микс 102 рубля. Вот, 102 рубля. Там пакетик еще был. Отложим его. Следующий гладиолус называется Хеопс. Вот такой розовый. Сейчас опять же посмотрим на качество. Здесь... А сколько здесь штук? 7 штук. Тоже в хорошем качестве. Вот Хеопс. Он, по-моему, один из самых дорогих. Сейчас я его посмотрю. Так. Джо-джо. Хиоп, 142 рубля, это не самый дорогой. 142 рубля стоит вот 7 луковичек вот такого гладиолуса. Следующий гладиолус вот такого цвета называется Sweet Blue. 5 штук, достаточно неплохих. Там повыбирать было из чего, поверьте. Так, что у нас Sweet Blue? Сколько он стоит у нас? Sweet Blue стоит 110 рублей. Тоже 5 луковичек. Дальше поехали. Ага, Broken Head. Не знаю, не сильно в названиях я и в английском языке. 5 штук не очень крупных. Мы посмотрим, сколько он стоит. Ой-ой-ой. Broken Heart Frizzle. Ага, вот написано по-русски. 112 рублей.
Гладиолус Брокен Харт Фризл. Ой, красивенький такой он. Мое новое сокровище. У меня есть такие гладиолусы. Ну, если сохранились все зимой. Доставать буду, покажу, как я храню. Следующий гладиолус. Спарклер. 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 Спарклер один. Самый дорогой. 156 рублей. Вот такой. Еще один гладиолус. Там у нас уже не гладиолусы. Называется Джуджо. Джуджо у меня точно нету. Джуджо стоит у нас 142 рубля пачку. Вот такие себе подарочки я сделала. На 8 марта себе ничего не делала. Купила сейчас. Так, ну что, приступим. Вот к такому чуду. Это георгина. Георгина. Сейчас мы посмотрим, как она называется. Потому что в чеке, оказывается, пишут название. Вы пока любуйтесь, а я ищу. Зидлер Шольц декор. 118 рублей. У нас было очень много разных георгин. Мы их много лет пытались развести. Но все бы хорошо, если бы они у нас хранились. Не хранятся практически никак. Однажды, наверное, года два нам удавалось сохранить их, а вот опять последний год они просто все сгнили, и я даже не пыталась. Посмотрите, если на качество товара, то, конечно, тут всего, наверное, два клубенька не очень больших, но в хорошем грунте в торфе, скорее всего, лежат. Посадим, посмотрим. Купила я себе пион. Пион пинк, роза. Посмотрим, что же он стоит. Вот пион, вы на него любуйтесь пока. Люблю вот именно такие пионы. Розовый, 169 рублей. Почему не развожу пионы? У меня на них аллергия. Я их умею делать из изолона, из гофробумаги. Но не развожу, потому что у меня на запах этого пиона аллергия. Вот в этом году попробую, посажу. Так, для красоты, потому что есть любители пионов у меня в семье. Посмотрим, что со мной будет. Выживу, не выживу. Ну, посмотрим. 169 рублей. Вот такая красота. И купила я себе еще три хосты. Хосты я люблю. Чисто декоративные. Они у меня почему-то плохо приживаются. Ну, попробую, я посажу. Хоста Remember Me. Вспомни меня. А может, и не вспомни меня. Remember Me стоит 135 рублей. Вот она. Хоста медиовариегата ундулата. Мамочки мои, да в жизни не выговоришь. Медиовариегата ундулата. 130 рубля. 133 рубля. Медиовариегата ундулата. Ведь не такая умная, это в чеке так написано. 133 рубля 50 копеек. И хоста в блю. Такая мне очень нравится. Хоста трублю. Тру, не в, простите, не туда смотрю. 135 рублей. Поверьте, я бы там осталась жить. Я бы там скупила все, что я могла. Но рассчитывать надо же на свои силы. Там такой завоз растений, там такой завоз саженцев. Я искала картошку 40-дневку, но сегодня я там ее не нашла, зато нашла вот такую красоту. Общий чек у меня составил 1468 рублей с 20% скидкой. Получилось у меня что-то 1200 с копейками. Что-то не пишут мне, сколько я отдала. Ну, то, что не 1400, это точно я не 1400 отдала, 68. 1200 с копейками был чек. Потому что 20% скидка. Почему-то не пишут. Ну, ладно. В общем, есть такой у нас магазин Greenville. В городе Новосибирске, находится на северном проезде 9. Кто живет рядышком?
в нашем городе или кто-то в области, девочки и мальчики, пожалуйста, обратите внимание на этот садовый центр, потому что там огромный выбор, всегда очень хорошее качество товара. Я не раз там закупалась, поэтому сейчас я вам поставлю видео. А может, раньше поставлю, не знаю, посмотрю, как красивенько будет смотреться. До новых встреч и с хостами, и с помидорами, и с гладиолусами. Мы еще встретимся. Всем хорошей рабочей недели.